Акция «Анти-ЕГЭ» была инициирована участниками Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет». Ирина Волынец, председатель Центрального совета движения, уверена, что культурные традиции страны идут вразрез с принципами ЕГЭ. Организация предлагает сделать Татарстан пилотным регионом по отмене госэкзамена. В школах республики они начали собирать голоса родителей в поддержку проекта и подписи под обращением к президенту Татарстана Рустаму Миниханову. Мы выяснили, возможно ли это на самом деле. Решение Государственной Думы как законодательный орган, без решения правительства Российской Федерации. Отдельных субъектах отмена ЕГЭ невозможна. Поэтому спекуляции на этот счет не должно быть в принципе, поскольку в отдельных регионах отмены быть не может. Как мы видим, отмена ЕГЭ потребует пересмотра всей системы оценки образования школьников, так что в ближайшее время изменений не предвидится. Диана Авакян, Универньюз.